Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники. И хотел я больше снимать про этот плеер фильма. Но что-то последнее видео у меня музыка не впечатлила. Решил я снять, как и должно быть в оригинале. Там и центр, короче, плохо раскладывает, было подключено. Сами понимаете, MP3 фонограмма. Давайте послушаем, как оно должно быть в оригинале. Значит, вот этот плеер. Батарейки я сделал, все работает. И вот эти компьютерные наушники. Свен. В общем, на полной громкости слушать невозможно. Конечно, телефон передаст, но... По крайней мере, по качеству лучше, чем на последнем видео. Так, ну что, попробуем. И у меня тестовые кассеты. Так. Кассета. С батарейками 4 штуки. Такой довольно-таки увесистая штука. Так, открываем. Ставим. Вернемся, так сказать, на 35 лет назад. Закрываем. Так. Давайте лучше откроем, чтобы было видать катушечки. Нет, не видно. Глаза закроем. Так. Сейчас фокус найдем, фокус. Ну, конечно, слушаем. Рев движка. Ну вот, а теперь, чтобы если надо ее сначала, эту песню, надо открыть.
еще что-то не открывается. Перевернуть, мотнуть и начало. Поставить заново. Так что вот. Все-таки вот китайская, это не китайская. Скорее всего китайская, но смотрите, кроме пасиков окисленных контактов, сломанные язычка батареек, сама электрическая схема-то работает. Вот такие чудеса враждебной техники. Так что вот такое чудо. Примерно из 1988-89 годов. В комиссионках примерно такие лежали. Тогда еще были комиссионки. В общем, как-то так, продолжение следует.